Оренбургский областной суд рассмотрел апелляцию по делу экс-чиновника областного Минлесхоза. Несогласие с приговором суда первой инстанции выразила и сторона защиты, и сторона обвинения. Напомню, в ноябре 2017 года бывшего замначальника управления охотничьего хозяйства Минлесхоза Артема Никулина приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ленинским районным судом он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении взятки. Кроме этого, суд обязал Никулина выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей, а также лишил его права занимать должности в госорганах и органах самоуправления на срок 1 год. Сегодня в суде апелляционной инстанции гособвинитель настаивал, действия Никулина были неправильно квалифицированы. Это и повлекло вынесение слишком мягкого приговора. Прокурор просил для экс-чиновника 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 30-кратной суммы взятки, то есть 60 миллионов рублей, а также 8,5 лет без права занимать должности на госслужбе. Никулин же, наоборот, настаивал на смягчении приговора. В итоге суд поддержал сторону обвинения частично. Срок запрета работы в госорганах увеличили с 1 года до 3 лет. В остальном приговор суда первой инстанции оставили без изменения. Осужденный пробудет под стражей 4,5 года. Мы получим текст апелляционного постановления, определение, потом будем принимать решение.